Старые химкинские автобусы в утиль. В социальных сетях появилось вот такое беспощадное для общественного транспорта видео. Сюда попадают автобусы, которые по разным причинам пошли на списание. Закончился срок службы, не соответствует современным требованиям комфорта, в конце концов, низкого экологического класса. За первые полгода 2020-го Мострансавто сдало в утиль почти 880 таких машин. Автобусы различных модификаций и марок, в том числе ЛиАЗ, ПАЗ, Мерседес-Бенц, Неоплан, отправили на переработку из химкинских и других подмосковных автобусных парков.